Сунем, обнулить счетчики. Спортсмены готовы? Вывести спортсменов на помосты. Ну давай, соседи, я сам. Полотенце, да. Полотенце, да. Так что не спеши, слышишь? Нерви. Спортсменам зайти на помосты. Отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Шматов Игорь, Рязанская область. На третьем помосте работает Евдокимов Юрий, Красноярский край. На четвертом помосте работает Королевский Ярослав, Ставропольский край. Малахов Геннадий, Ковач Александр, Петров Вячеслав, Могута Сергей. Подойдите к столику главного секретаря. Прошла последняя минута. Давай, пошел. Осталось 30 секунд. Свое выступление окончил Шматов Игорь с результатом 133 подъема. Евдокимов Юрий 92 подъема. Королевский Ярослав 90 подъемов. Девятый поток. Время на подготовку гиль. Девятый поток. Тишин Сергей, Патрик Валерий, Татриев Василий, Рыбаков Евгений. Еще раз повторяю, сунем, обнулить счетчики. Спортсмены готовы? Вывести на помосты. Спортсменам зайти на помосты. Отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Тишин Сергей, Ставропольский край. На втором подмосте работает Патрик Валерий, Республика Крым. Третий помост. Татриев Василий, Ставропольский край. Четвертый помост. Рыбаков Евгений, Омская область. Свое выступление окончил первый помост Тишин Сергей с результатом 59 подъемов. Второй помост Патрик Валерий с результатом 80 подъемов.
Свое выступление окончил четвертый помост Рыбаков Евгений с результатом 83 подъема. 15 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Третий помост окончил свое выступление Тадрия Василий с результатом 110 подъемов. Судим обнулить счетчики. Спортсмены готовы? Вывести спортсменов на помосты. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. На первом помосте работает Шматов Игорь, Рязанская область. На третьем помосте работает Евдокимов Юрий, Красноярский край. На четвертом помосте работает Королевский Ярослав, Ставропольский край. Стоп. Свое выступление окончил Шматов Игорь с результатом 133 подъема. Окончить подготовку и спортсменам выйти на построение. Нормально там? Спортсмены готовы? Вывести на помост. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. А потом руку менять, да? На первом помосте работает
Малахов Геннадий, Ростовская область. Второй помост. Ковач Александр, Ростовская область. Четвертый помост. Мокутов Сергей, Республика Крым. На первом помосте закончил выступление Малахов Геннадий с результатом 60 подъемов. 220. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 секунд. 7, 8, 9, 30, 20. 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Свое выступление закончил второй помощник Ковач Александр с результатом 238 подъемов. Четвертый помощник Мокутов Сергей 150 подъемов. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. 1. На первом помосте работает Коробейников Владимир, Красноярский край. На втором помосте Рудиков Владимир, Ставропольский край. Третий помост Захаров Александр, Смоленская область. Четвертый помост Великов Евгений, Ставропольский край. 9. 10. 86. 7. 87. 88. 89. Свое выступление закончил четвертый помост Берегов Евгений с результатом 130 подъемов. 23. 24. 11. 12. Свое выступление окончил первый помост Коробейников Владимир с результатом 140 подъемов. 15. Выступление окончил второй помост. Рудиков Вадим, 166 подъемов. 18. Пошла последняя минута. 19. 220. 21. 22. 250. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29, 230, 1, 32, 33, осталось 20 секунд, 5, 36, 15, 37, 38, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. 241 подъем. Свое выступление окончил Захаров Александр с результатом 241 подъем. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, старт. 1, 2. На третьем помосте выступает Евдокимов Юрий, Красноярский край. На четвертом помосте выступает Королевский Ярослав, Ставропольский край. 20 секунд. 88. 15. 89. 190. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, 5, 195. Свое выступление окончил Евдокимов Юрий.
подъема. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Старт. 1, 2. На первом помосте работает Тишин Сергей, Ставропольский край. На втором помосте Патрик Валерий, Республика Крым. Третий помост Татрия Василий, Ставропольский край. Четвертый помост Рыбаков Евгений, Омская область. 15, 44, 45, 1, 10, 46, 9, 8, 7, 6, 8, 5, 4, 3, 2, 1. 250. Ровно. Свое выступление окончил Патрик Валерий с результатом 205 подъемов. Татрия Василий, 250 подъемов. Рыбаков Евгений, 190 подъемов. Спортсмены, выступающие в двоеборье, толчок и рывок отдельно, выйти на награждение. Кстати, внимание всем, на моем канале Малахов Геннадий на ютубе соревнования все будет, вы себя увидите обязательно. Я все снимал, то есть оно будет большое видео, несколько, и все там вы будете. Да. А тогда медали. Медали ждут, Геннадий Петрович. На побывку едет молодой моряк. Грудь его в медалях. Ленты. Пожалуйста, да, мы тоже фотографию делаем, спасибо. Саш, если надо будет плыть через Керченский пролив с такими медалями, уже ты это, не переплывешь. Утянут нафиг, столько медалей. Вот так. Медали собирать. Ну, спасибо. Спасибо, Саша. Есть, отлично, спасибо. Так, давайте. Сумку-то не унесешь с медалями? Ничего, мне жена поможет. Она у меня такая вот... спортивная. Тренировала. Главное, чтобы вы тут не остались. Забросим все в Lexus и погоним нафиг багажник. А, да, с такими трофеями. Есть. Надо. Давайте на пьедестал. Крымский мост это вам не... Да. Все. Ну, солидно. Все как надо. Есть такой выбор. $1000 какие деньги, не знаю, покинули. 60 000. Две грамоты за первое место в номинации «Рывок». Не зря рвал, да? За участие в фестивале по гривому спорту «Крымский мост». И в первенстве России по гривому спорту «Тусы». 9 рамок. Первое место. Первый помост Козлов Николай закончил свое выступление с результатом 72 подъема. Спасибо.
Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!